ЧКП. Там сейчас и проводка, и все хоть по этому, по озеру. Ну, пиздец. Охуеть. Смотри, что делается. Я-то думал, только с краешка где что-то горит. Ой, блин, охренеть. По всему цеху уже дым пошел. А там же сука химия сплошная. Ну, это точно автомобиль? Да? Нет, ну, откуда же ты знаешь, не знаю. Сначала дым шел только в локацию. Куда? А там склад. Какой магазин. Так она здесь воняет. Страшно, блин. Если они будут там шариться, они будут там поехать. Да даже если доберутся, там не до того будет. Да нет, там. Снег тает, нахуй, он, видишь? Это не вода, это снег тает на крыше. Миша, там же это чинили крышу. Рубероид. Рубероид закрыли. Рубероид уже горит на крыше. Ох, и это ужас. Да пока не выгорит, там и тушить нечего. Главное, взрываться ничего не начало там. Там же химия. Брон не все закрыл, ну? А? Брон не все закрыл. А я их не открывал. Баллоны. Баллоны. Не, пламя оно вверх идет, оно вниз не пойдет. И больше. Да мне, сука, вчера духу не хватило, блядь, форест допечатать. Охренеть. Хорошо, хоть на крышах еще снегу там промыть. Ну это толку. А толку, он видишь, тает. Уже видишь, а с этих окон дым пошел. Там температура, я тебе дам, он видишь, огонь пробивается. Походу уже крыша горит. Уже походу крыша горит. Поехали отсюда. Уже трасса дым идет. Все, уже он огонь сквозь это. Видишь? А что они не тушат такое? А как тушить-то? Это бы нам на крышу не ходит. Это один специалист по таким пожарам. Я думаю, это бестолку. Сейчас пока это все не выгорит. Сейчас их задача дальше не распространилась, чтобы
начнет там рваться, представляешь? Ты как бы на крышу налить воды. А на крышу смысла нет. Ух, ё-моё, вообще уже все, крыша загорелась. Все, это капец. Все, крыша горит. Все здание выгорит.